Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Zombie Hill Racing. Держи, держу. Погнали. Так, ну что, это что такое? Ага. Так, ну естественно, нам нужно расставить все кнопочки здесь, судя по всему. Иди ты отсюда. Ускорение. Йо! Так, расстояние такое. Угу. В гараж. Но кнопки обязательно нужно расставить, ребят. Так, видите машину так, чтобы сбивать зомби. Так, вот мы. Руки тут. Это мы едем. Предположим. Так, прокачать. Топливный бак. Естественно. И едем дальше. Слушай, она мне напоминает Yearn to Die, да? Поехали. Эй, зомбаришки. Дави их всех правильно. Так, 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 вот здесь вот. У нас пока ничего с тобой нету абсолютно. Ни оружия, ни шиша. Топливо закончилось. Ну, понятное дело, потому что машина у нас еще не прокачана вообще нисколечко. Естественно, ее нужно прокачивать. Так, купить. Завершен. Собрать 100 монет. Так, это вот 203. Получить это сейчас. Квесты. Квесты обязательно будем выполнять. Воу-воу. Так, тут пулемет. Это что? Это таран. Бронь. Защищает ваш автомобиль от взрывчатых веществ и заставляет выглядеть потрясающе. Сцепление с дорогой. Вот это что такое? О, вот ускорение, а это... Понятно. Трансмиссия. Увеличит максимальную скорость, которую может двигаться. А тачки тут... А тачки тут только одна. Карта. Ага. Тачка тут не одна. Тачек тут много, друзья мои. Много. Активизировать. Нет, зачем мне? Мне не надо ничего активизировать. Я поехал. Без всяких там активизаторов. Угу. Ай! Да ты... Чё ты делаешь, машина? Я же жму тебе. Да ну, очень быстро, ребят, заканчивается топливо. Ну... Прям моментально. Мы доехали с тобой до той же самой отметки, на которой и были. Так что... Даже не знаю. 106 монет. Давай возьмем горючее. Надеюсь, это нам как-то поможет. Едем дальше. Это только первый этап еще. Намного сложнее будет. Поехали. Что-то горючее прям вообще моментально, ребят. Да куда ты? Да не может такого быть. Да как же закончилось горючее? Ну, чуть-чуть, по-моему, побольше проехал, чем в прошлый раз. Да-да-да, совсем маленько. Так, тут можно, конечно, получать дополнительные деньги за просмотр рекламы. Но я, ребят, не хочу этого делать. Так, что же нам сделать? Это у нас что? Для лучшего... Ага. Экономить топливо. Ну, правильно, вот это и надо было нам. Чтобы у нас топливо-то тратилось поменьше. Поехали. Вот это я, конечно, зря делаю. Вот так вот дурачусь. И уже горючий трезвонит. Ну, там пещера. Уже до каких-то пещер дошли. Потихонечку доходим. Так, еще 113 монет. Ну, давай, что-нибудь с тобой. А вот это что такое? Помогает преодолевать препятствия и зомби. Это также делает его более подвижным.
от взрывчатых веществ. Купим. Хотя на самом деле лучше... Воу. Фига себе, такие шипы спереди. То есть это типа таран у нас получается, да? Ну да. Нам так будет проще, кстати, ехать. Зомбари не так нас притормаживают. Вот что я заметил. Проехал чуть-чуть побольше. Блин, тут в горючем, ребят, дела. А вот выглядит вся трасса. Секешь? Вот она вот такая вот здоровая. 150 у меня есть. Если есть, я покупаю себе доп. Горючек. Квесты, кстати, какие-то выполнили. Окей. Разбей 50 ящиков. Собирай квестовые очки и получай награды. Собрать. В магазине. Что в магазине у нас тут? Ежедневный бонус. А бесплатного нету. А вот бесплатно. 83 монеты дают. Покупаем. Покупаем. Посмотрим, насколько нам сейчас хватит этого горючего. По идее, мы как бы должны с тобой туда запрыгнуть, да? По логике вещей. Да как ты уже гудишь-то? Топливо закончилось, блин. Ну что-то уж вообще слишком перебор, по-моему. Надо было посмотреть, и мы получили бы с тобой дополнительные деньги. А сейчас в данный момент 165. Для лучшего ускорения и улучшения топлива. Ой, и траты топлива. То есть экономно тратится топливо должно быть. Но пока я этого не замечаю. Блин, это... Лучше бы я, конечно, там наверх бы запрыгнул бы и поверху бы шуршал. Уже горючее звенит. Ну, есть. Есть, ребята. Посетили мы с вами первую точку. Так, 340. Переходим с тобой. А почему на карту, а не в гараж? Опа. А, вот оно как. А вот это, наверное, если мы активизируем, это вот у нас дается, да, дополнительно. Окей. Так, пошли в гараж. 355 у нас с тобой. Да-да-да, беру горючее. Едем. Сразу же. Так, ну здесь уже новая немножко трасса. Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же это такое-то? Что это такое? Соберите ящики. Что с моей машиной, ребята? Кто мне тебе объяснит? Что я тут делаю? Топливо закончилось. Но проехал я нормально. Так, давай быстренько в гараж смотаемся, посмотрим. Один. Если мы с тобой соберем 5, что-то будет. Получить сейчас. А, за брюлики. Нет уж, спасибо. А вот это что такое у нас? А, взрывчатых веществ, понял. В целях экономии топлива. А, тут у нас еще, оказывается, горючее кончается. Да прикинь, я только сейчас увидел, что горючка-то кончается.
Да... Да слишком... Ну, машина, а. Да что с тобой не так-то, я не пойму, а? Все никак не привыкну, ребята. Тут немножко по-другому управление. Тут жмешь вперед. Ну, почему-то не то, что назад там переворачивается. Как-то вот... Я даже не знаю, как тебе объяснить-то это. Она в Your Today, она как бы, ну, там, ну, более реальнее управление и все. Здесь немножко, ну, туговато. Вот если ты не хочешь здесь, например, взлететь, ты тут не должен разгоняться, понимаешь? То же самое и здесь. Как бы, если не хочешь наверх попасть, должен ехать нормально, спокойно. Как-то вот такая здесь политика партии. Опа, ящик, ящик. Получил? Вот мне, например, непонятно, я получил этот ящик сейчас или нет. Мне нужно было 5 ящиков собрать. Там вроде как он рухнул, разломался или что. А, все, ребят, я взял его. Я его все-таки взял, тот ящик. Ускорение берем. Двигаемся дальше. Двигаемся далее. Так, ну тут самолет. Ты видел? Мне ведь не показалось, что там самолеты летели. И это были не глюки, ребята. Там действительно, по-моему, самолеты летели. Ага, ты понял, где еще один ящик лежит? Да что тебя так переворачивает-то? Подожди, 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 дай мне проехать побольше расстояния. Так, горючее закончилось. Эх, чуткарика не хватает. Друзья, чуткарика. Зомби Хилл Рейсинг. Так, сколько у меня? 100? Подожди-ка, вот это что? А, вот, ускорение. Оно где-то должно отдельно появиться, я так понимаю, да? Турбина это активироваться. Нажмите, но вот она. Вон, видишь, там самолеты летят. Ты говоришь, что мне не показалось? Да. Ну, и чё ты не едешь? Не понимаю я. Это намного хуже было, чем вообще проехал в тот раз. Да, я понял, что это, конечно, не то. Совсем не то. 195, что я могу себе взять? Пулемет? Сколько пулемет, ребята? Не знаю. Убивает зомби. Сейчас проверим. Но это пародия Your Today, ребят. Чистой воды пародия. Прям вот один в один. Ну только в Your Today. Здесь может быть единственное, что... Я даже не знаю, что тут единственное, что... Управление вот, вот просто отстой, ребят. Ну вот отстойное управление на самом деле вообще. Там машина могла спокойно проехать, например, по доскам, да? Но здесь нет. Здесь она их просто ломает. А там, вот в Your Today, она могла проехать. Ну ладно. Они, может быть, хотели что-то свое внести.
То есть не сделать прям чистый плагиат. Но у них все равно это получилось. Так, возьму колеса, наверное. И вот это вот. Посмотрим. Играть. И в Your Today мне нравилась больше музыка. Там музыка по забористее. Здесь какая-то такая однотипка, я бы сказал бы. Ну и в Your Today, по-моему, не было у нас такого доната, как здесь тут. Все на бабло замешано. Так, дай-ка я ускорюсь. Ну вот, видишь, вот как это можно понять? Если она переворачивается на ровном месте. Чуть-чуть больше, да, проехал? То есть надо там совсем маленечко, чтобы мы с тобой взяли нужную, как говорится, точку. Так, нам чего не хватает? Может быть, вот этого? И прокачиваться здесь намного дольше машины. Ежедневная награда. Собрать. Пятихаточка. Так, еще два ящика набираем. Я не знаю, что там будет. А что, в этой... Вот здесь можно было тоже три ящика где-то собрать. Интересно. Где они там? Так, ну что, я возьму, наверное, горючку все-таки. Так куда? Зачем? Ё-моё. Хотел горючку взять, почему-то переключилась туда. Не пойму. Поехали, что тупишь-то? Здесь не газу. Да что с тобой-то? Просто на ровном месте, ребят. Ускорение работает. Все, ускорение. Ну а ускорение закончил, главное, нажму на этот, на газ, педальку. Она вместо того, чтобы ехать вперед-назад, едет. Да. Не могу, ребята. Они еще за нее требуют деньги. Донат. То есть покупает там себе улучшение. Не знаю, ребят, игра, ну... Над ней работать, что и работать. Вот серьезно тебе говорю. Вот лично, как по мне, Your Today это просто, знаешь, шик. По сравнению с тем, что вот я сейчас играю. Трындец. То есть, если ты во что-то врезался, тебе обязательно вот это начинает. Ну чё вот это вот за... Не-не, ребят. Это свистец какой-то. Надо же, доехали. Доехали мы с тобой до еще одного очередного, так сказать, пункта. Всего их три, как мы знаем. Три пункта. Иди ты со своим, нравишься. Так, 342, да? Давай вот это вот возьмем. Так, что-то в магазине. Блин, это все одно и то же. Ну, поехали. А горючее вот здесь вот, ребята, сбоку обозначается. Я имею в виду горючее по попыткам. Да ты... Я пойму, у него ускорение отдельно, что ли, работает от, от клавиши езды или что, я не могу понять.
Как бы получается так, что ты нажимаешь ускорение, оно идет отдельно. И скорость сама по себе идет тоже отдельно. Как-то так. Ну, что еще? Бронь. Вот у нас, видишь? 59. За один заезд у тебя отнимает 4 топлива. Ну вот, опять. Да ты будешь ехать-то сегодня или нет? Я офигею, а. Все, завязываем, завязываем. Это просто лютый перебор какой-то. Я не знаю, это надо ее дорабатывать или что-то с ней делать. Управление — это просто трындец. Давайте я поберегу свои нервы и закончу именно на этой ноте. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.